Сбербанк полностью перечислил все выплаты в размере 10 тысяч рублей для пенсионеров, которые инициировал президент страны Владимир Путин, на счета клиентов. Снять деньги с карты можно любым удобным способом. Или в банкомате, или прийти в офис. Они в эти дни переведены на особый режим работы. Всем пенсионерам, которые получают пенсию в Сбербанке, перечислили единовременную социальную выплату – 10 тысяч рублей. Инициатором этого проекта стал президент России Владимир Путин. По его словам, именно пожилые в пандемию больше всего находились дома, поэтому у них были незапланированные расходы, в том числе на лекарства и средства защиты. Выплаты мы получили, мы их ожидали, потому что уже было накануне сказано президентом, что поддержит пенсионеров. Вот. И вчера эти выплаты произошли очень быстро, утром, сработали оперативно. И да, делаю ремонт. Как раз мне большое подспорье. Эти денежки очень кстати. Снять деньги с карты можно любым удобным способом. Или в банкомате, они работают круглосуточно, или прийти в офис. Здесь пенсионерам помогут сотрудники. Кстати, офисы Сбербанка в эти дни переведены на особый режим и работают с соблюдением всех антиковидных мер. Пришла в Сбербанк снять часть денег на предстоящее медицинское обследование. В банкомате все быстро сняла, без проблем, народу нет. Спасибо. Пользуемся. Выплаты проходят в штатном режиме. Мы всегда рады помочь нашим клиентам. Также хотели бы напомнить нашим клиентам, что не обязательно получать данную выплату в день зачисления. Средства находятся на счетах и доступны для снятия в любое время. Те клиенты, кто получает пенсии на карты Сбербанка, могут снять данную сумму в банкоматах, не посещая офис банка. Банкоматная сеть Сбербанка работает в круглосуточном режиме. Сбербанки были готовы к наплыву посетителей, поэтому пенсионеры, желающие сразу обналичить деньги, сделали это моментально после перечисления выплаты. Финансовые организации уверены, Сбербанк с этим поручением справился. Мы очень рады, что нам доверили реализовать такую масштабную социальную акцию, выплату пенсионерам денежных средств. Наша основная задача – это было создать хорошее настроение, сделать так, чтобы люди преклонного возраста, наши бабушки и дедушки, ушли из наших офисов довольными, что мы и сделали. Далее можно получить денежные средства в любое время, можно воспользоваться ими в приложении Сбербанк онлайн или получить наличными, как будет угодно пенсионеру. Мы всегда ждем наших пенсионеров в наших офисах. Учитывая то, что пенсионеры умеют копить сбережения, сотрудники Сбербанка могут помочь открыть вклад в рублях или перевести деньги в валюту и разместить их на депозитах.